Всем привет! Это канал «Предприниматели Взлет». С вами Ольга. И сегодня мы смотрим новинки. Это сумка и браслет Этна. Оставайтесь с нами. Давайте начнем с сумки. Я бы сказала, что это сумка-клатч, потому что она очень маленькая. И она совершенно не имеет внутри никаких карманов, никаких отделений. Мне понравилось то, что она украшена пайетками. Если мы посмотрим изнанку, такая довольно милая плюшевая ткань у нас с изнаночной стороны. Сумочку на вот такой золотой съемной цепочке. Цепочка довольно длинная. То есть у вас сумка будет висеть на ней ниже пояса. Но при желании эту цепочку можно отстегнуть. Честно скажу, не очень мне понравилось то, что нет карабинов. Есть вот такие вот зажимы, как на ключах. Поэтому требуется вот такое усилие ногтем. Опять же, маникюр страдает чуть-чуть для того, чтобы это отстегнуть. Но, в принципе, это не проблема. Можно даже не отстегивать, а просто спрятать эту цепочку внутрь и носить эту сумочку как клатч. Молния на ней внутри черная. Давайте посмотрим размер этой сумки. Если мы возьмем каталог, смотрите, он входит вообще совершенно впритык, и сумочка ваша не застегнется, если в ней будет лежать каталог. Если мы возьмем журнал Мир Орифлейм, то не войдет он по горизонтали у нас. Ну, если так сильно помять его, постараться, в принципе, можно его затолкать, но он все равно, вы видите, сумочка не застегивается. Ну, а в развернутом состоянии тут, конечно, уже и говорить нечего. Но мы видим, что эта сумочка предназначена совершенно не для того, чтобы носить журналы и каталоги. К этой сумке в коллекции предлагается браслет. Это браслет такого же оранжевого цвета, как и узоры на сумках. И, в принципе, узоры на браслете, они гармонируют очень хорошо с узором на сумках. Но вот лично мне этот браслет показался вот, ну, маловатым. Поэтому, если у вас стройные, худенькие, маленькие ручки, если вы любите такие украшения, то, конечно же, он вам подойдет. Плюс с такой сумкой это будет смотреться очень гармонично. Но мне вот это не совсем подошло. Хотя браслет выполнен очень качественно, и видно, что не должен он нигде потереться, облупиться. Я надеюсь, что он будет носиться довольно долго. Подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки вместе со мной. Желаю вам приятных покупок в этом каталоге. Пока-пока!